Всем привет! С вами канал Артмания и наша семья. Че, Дима? А Дима будет кушать сейчас? Пиквенный супчик, пюре, сухарики и курочка. Да? Да. Пока у нас Дима спит, я готовлю здесь тыквенный суп-пюре. Тут у меня варится тыковка, морковка, картошечка и топинамбур. Вот. А здесь у меня будет гречка. Тоже варится. Так, сейчас я ее включу. Вот. Поменьше. Вот. И все это буду вот здесь вот в блендере делать. Он там уже закипает. Пока он спит, сейчас я приготовлю ужин. Здесь у меня сухарики делаются. Не хочу их жарить. Наверное, попробую их так. Пускай до вечера полежат. Они, наверное, станут сухариками превратятся. Вот. Чтобы не уставать мне. Там у нас яблоки, ягодки. Здесь у меня лимонник. Кто здесь хохочет, а? Кто тут хохочет? И кто это здесь хохочет? Это вот такое одеяло у тебя смешное? Обхохотался? Невозможно как. Ты что тут хохочешь? А? Я тебе что положила? Тебя спать положила. Спать тебя положила. Да. А ты хохочешь тут. В темноте спать не хочешь. Ты почему не спишь? М? Ты почему не спишь, Дима? Ай-яй-яй. А кто сегодня игрушки разбросал вон? Вообще кошмар. Вчера убирался, убирался, а сегодня что это такое у тебя? А? Что? Простынки нету, да? Нету простынки? Нету, а кто ее содрал? Дима ее содрал. Посмотри. Всю смял ее. Мама поправляет, поправляет, а ты ее сминаешь. Хоть прям пришивай ее. К матрасу. Да? Дима. Хоть пришивай прям. Скажи, пока вы там чем-то занимались. А Дима взял и постригся. А Дима постригся. Да? Дима ухоженный какой стал. Мама Диму постригла. Вот ты, сзади только. Не очень, да? Вот ты как постригся. Вот ты как. Надо еще голову помыть себе. И все ляжет хорошо. Да? Сзади у тебя волос больше. Другой стал совсем Дима. Да? Спереди волосы такие красивые, блестят. А сзади немножко не очень. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Зачем ты его ломаешь, а? Да? Дима постригся. Мама тут еще немножко намочила. Не особо он давался, но таки я его все-таки постригла. Отвлекая. Да? Красивый стал какой. В будущем у нас еще есть машинка стрижная, стригательная, как она, господи, для подстрижки машинка. Да. Скажи, прически я буду делать разные. Разные-приразные, да? Где? Какой другой сразу стал?
А тот чуб там торчал такой гигантский. А теперь будет ровненько все расти. Да? Первый раз в жизни стригу. Ну, до этого, кстати, я себя подстригала всегда. Чуть-чуть волосы. Ну-ну-ну, ты сейчас упадешь. Да? Жуй. Мы яблочко едим. Как Дима ест яблочко. Вот как он яблоко ест. Ну, время уже 7. Это все с яблоком. У тебя еще впереди банан, еще впереди творог, у тебя еще впереди, Дима. А ты все с яблоком разобраться не можешь. Что там с ним? Потяжка какой стал, Дима. Ухоженный сразу, да? Ну давай, 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 жуй, жуй дальше его. Ты его дожевывай сначала. Дожуй сначала его, потом тебе еще дам. У тебя уже, наверное, полный рот, как у хомяка. Запасы делаешь, да? Ты запасы делаешь на зиму или на лето уже? А, на весну, да? С зимы на весну запасы делаешь, да? Дима, ты что там, две лягушки соединяешь, да? Ты нашел две одинаковые лягушки? Какой ты молодец, Дима! Ты умничка! Юный барабанщик. И пой. Пой заодно, пой. Па-па-па-па-па.